Ситуация на рынке труда в Югре остается стабильной. Такая информация прозвучала сегодня на заседании Комиссии по вопросам устойчивого развития экономики и социальной стабильности округа. Заседание провела глава региона Наталья Комарова. Уровень регистрируемой за безработицу в Югре сохраняется на прежнем уровне и на сегодня составляет 0,49%. Это один из самых низких показателей в Уральском федеральном округе и в два раза ниже, чем в целом по стране. В 11 муниципалитетах Югры наблюдается положительная динамика снижения числа безработных. Лучше всех в этом отношении Советские и Березовские районы, а также Когалым, Покачи и Нефтеюганск. За прошедший месяц число безработных в автономном округе снизилось на 1,4%. В людях это 4467 человек. Если сравнивать аналогичный период прошлого года, то здесь снижение еще выше, почти 15%.